К другим темам. Сначала угнал, а потом и разбил автомобиль. Незадачливого угонщика задержали в Дубосарском районе. Экипаж ДПС обнаружил брошенную машину рано утром во время патрулирования трассы Тирасполь-Каменка. При этом хозяин автомобиля еще не знал, что его машину украли. В ходе разбирательства сотрудниками госавтоинспекции Дубосарского РОВД данный правонарушитель был задержан в селе Гаяны Дубосарского района. Задержанный пояснил, что примерно в 4 часа утра данный автомобиль он угнал со двора дома номер 51 по улице Котовского города Дубосары. Как выяснилось, угонщик, 20-летний житель Дубосар, был пьян. На высокой скорости не справился с управлением и врезался в дерево. По счастливой случайности правонарушитель не пострадал, а вот автомобиль получил значительные механические повреждения.